Всем привет! По заказу интернет-магазина F-Magazin проведу видеообзор воблера от компании Tsuribita модели Minnow42SS. Как следует из названия приманки, воблер имеет длину 42 мм. Вес, указанный производителем, составляет 2,2 грамма. Но сейчас мы с вами проверим, какая фактическая масса приманки. Ну и весы показывают 2,2 грамма. То есть фактически приманка весит на 2 десятые меньше, чем заявляет производитель. Воблер имеет изогнутую спинку, в то время как брюшко достаточно ровная. На брюшной стороне нанесено название модели Minnow42SS. Буквы SS говорят нам о том, что приманка является медленно тонущей, то есть slow sinking. Воблер относится к классу Minnow. В головной части приманка имеет небольшую компактную лопатку. Лопатка располагается под углом 30 градусов. Ну и воблер способен заглубляться до 70 сантиметров. Также в головной части имеется крепежная петля, в которой располагается небольшое заводное кольцо темного цвета. Кольцо отличнейшего качества, небольшое, диаметр его составляет 4 миллиметра. Ну и как можно видеть, витки плотно прилегают друг к другу, что говорит о том, что кольца имеют отличное качество изготовления. Воблер оснащен двумя тройниками небольшого размера. Тройники от компании Owner, поэтому качество просто шикарно у них. Отличная заточка. На проводке воблер издает еле слышный звук. То есть достаточно тихая модель. Кстати, наряду с slow sinking версией медленно тонущей, приманка выпускается и в плавающей версии, и версии suspender. Minnow42SS выпускается более чем в двух десятках расцветках. Есть натуральные цвета, кислотные. Проводить данную приманку можно и равномерной проводкой, и проводкой Stop & Go, но на мой взгляд более эффективно использовать с данным воблером рывковую проводку, то есть твичинг. Твичу данную приманку короткими рывочками, ну и обязательно давайте паузу. Хотя иногда отлично работает хаотичный твичинг. Приманка работает и на реках, также с успехом ее можно использовать и на озерах, прудах, водохранилищах. Предназначена для ловли разнообразной хищной рыбы, ну в первую очередь это, конечно же, окунь. Приманка выполнена очень реалистично, имеет, соответственно, насечку, которая имитирует чешую. Также нанесена боковая линия, жаберные дуги и имеются вот такие вот трехмерные красные глаза. Качество изготовления, сборки воблера на самом высоком уровне. При этом цена у приманки достаточно бюджетная, ну и каждый рыболов может позволить себе приобрести данный воблер. Советую обратить внимание на Tsuribita Minnow42SS. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!